The feeling of anxiety is spreading among Russian population due to the rumors about the possible second wave of mobilization in Russia. Both soldiers and people who live in Russia are expecting it to happen. Also, you'll hear about it in this new interception. А где вы живете? На улице? Везде. Ясно. Это когда закончится? Не знаю, я не знаю. Как это никогда? Не знаю. В какой области ты? В Херсонской. В деревне какой-то, да? Ну, хватит, что ли? Как слышишь меня? Ладно. Где, чё? Ну, просто же интересно мне. Ясно, всё там. Ну, я один курорт, ё-моё, ты сколько раз да я знаю. Я знаю. Ты не представляешь, как я переживаю. Ну, каждый день молюсь. Я скажу, где я нахожусь и что нахожусь. Да сейчас камера прилетит на меня и 50 будет. Только 50 тысяч оформили за тебя. Ну, к Новому году губернатор дал женам, ну, детям, всем детям несовершеннолетних, несовершеннолетним мобилизованных по 50 тысяч. Я пошла оформлять, поехала позавчера вот эти 50 тысяч на Тольку. Там скандал в соцзащите. Приперлись первые жены, у кого дети там. Он уже третий раз женат. Приперлись первые, вторые жены. Все на детей получают эти пособия. Ругаются, дурдом, короче, там. Артем, тут что-то слух идет про вторую мобилизацию в декабре, в январе. Не знаю, правда? Наверное, все можно. Народу мало, не хватает. Артем, будь, пожалуйста, осторожен, хорошо? Как получится. Молюсь за тебя каждый день. Нет, никак получится. Сын должен расти с отцом, а не так со мной только. Ну, сын поймет. Все, давай так. The interception you'll hear right now was called on November 30th, and it's also about possible second wave of mobilization in Russia. So let's listen to it. Короче, сейчас приезжал руководитель всей этой хуйни СВО. Вот. Ой, и, короче, как его? Генерал Суровик? Да, там, да, да, да. С проверкой к нам приезжал. Короче, такая хуйня. В Пензе сейчас начинается отбор, новый призыв, чисто артиллеристы, командиры отделений, командиры машин, там всякая хуйня. Короче, укреплять будут, пизда как надо. Я знаешь, что сейчас читал, потому что они не могут вторую волну, блядь, начать, пока призыв не кончится, срочник. Призыв потому уже что... завтра кончается, призыв до 1 декабря. Вот он сейчас нам говорил то, что до 1 декабря призыв, 1 декабря он уже кончился, кончается. И начинается наша мобилизация новая. Толстый, вообще пишут то, что будет всеобщая. Всеобщая мобилизация будет, да? Я говорю то, что не будет ничего. Ну, хуй его знает. Но у нас, короче, сейчас уже жесткий нехват. У нас тут третий полк разъебали под Луганском, ебать. Короче, 52 человека только осталось. Сколько здесь на балку было? Ну, больше тысяч, точно. Потому что нас отправили 2100, что ли, или 150. Короче, вот так вот, давайте там, что, вещи собирайте, только это, да не берите, налегке езжайте, вы эти вещи таскать. Говорю, мы туда не горим. А, ну, один придется. А почему именно Пенза? Ну, потому что везде уже собраны, кроме Пензы. Ой, блядь, Антох, это... В тот раз говорили то, что будут, блядь, только на определенных этих брать, один хуй всех подряд набрали. Ну, на нас поэкспериментировали, что у нас полнейшая залупа получилась. А уже следующий вот будет нормально, все будет четко. Вот и домой езжайте. Ну, короче, могу одно сказать, что в черте города очень большие котлованы роются, окопы. Там спецтехника стоит, я ехать не хотел. Оканчивай, And what is your opinion on this? Will Putin take more people into his senseless meat grinder or not? Please mention it in the comment section below this video. Also smash a like button, it helps a lot. Thank you so much for your support. I'll see you next time, I hope, and goodbye to you all.